Уважаемые партнеры, добрый вечер. Я надеюсь, что меня слышно. Чат у нас почему-то пропадает, так что я буду надеяться, что меня хорошо слышно. А запись я делаю. Сегодня у нас знаменательный день и очень много нового. Это очень важный вебинар, поэтому очень внимательно нужно его прослушать. У нас сейчас закрыты автовыплаты по той простой причине, что с завтрашнего дня будут подключать наш основной модуль, это серфинг. Там это у нас переходы на сайты, можно выставлять свои странички, можно зарабатывать на пассиве будет, то есть я сейчас к этому еще вернусь. Также подключают еще одну платежку и у нас еще подключается одна программа. То есть у нас меняется в первую очередь внешний вид, подключается еще одна программка там, где мы зарабатываем по партнерке, там, где мы 250 платили. Каждая из этих программ будет подключена к определенным курсам. То есть там, где вы сможете потом бесплатно поставить на автомат свои заработки и просто получать денежку. Дальше модуль серфинг также будет подключаться, и это будет и баннерная реклама, это будет, можно будет свои странички завести, описать их. Что очень важно, у нас не просто серфинг, где люди заплатили и неизвестно за что, и можно его отключить, где-то поставить в стороночку, и никто эти сайты не видит. Нет, если кто-то заплатил и хочет, чтобы его ссылочку увидели, у нас мало того, что нужно эту ссылку просмотреть, поставить капчу, у нас нету ботов, у нас только живые переходы будут учитываться. После того, как страничку посмотрели, обязательный переход на сайт, то есть также увидят сайт в реале, не через окно серфинга. Далее можно будет поставить в ротатор баннеры, чтобы тоже их увидели. И самое важное, те, кто уже себе составил какую-то команду, у нас трехуровневая партнерская программа на серфинг. То есть вам выгодно, если ваши люди любят просматривать рекламку, не любят вкладываться, просто хотят чисто на пассиве заработать, чтобы их никто не трогал. Они просматривают рекламу, а вы получаете пассивный доход. Также можно сейчас наш сайт будет рекламировать как сайт с пассивным доходом, действительно, то есть у нас благодаря нашему серфингу, благодаря нашей рекламной площадке, не нужно больше вкладываться, допустим, можно без вложений, можно без приглашений просто сидеть зарабатывать пока на серфинге. Это еще только начало, то есть я опять предупреждаю, что у нас поток еще не закончился, у нас модули еще будут подключаться. И что еще хорошо, вывод кредитов, то есть сайты просматриваем за кредиты, и вывод кредитов можно будет сразу выводить на кошелек Payeer. Наши программисты встроили специальный обменник именно по кредитам, чтобы кредит сразу через этот внутренний обменник конвертировались автоматом на рубли, и вы смогли их вывести. И для рекламодателей это очень важно. У нас реклама не только будет доступна, то есть дешевая реклама, но и то, что сайты нельзя будет смотреть на автомате, то есть нету ботов. За каждый просмотренный сайт, во-первых, вводится капча, что его просмотрели. Во-вторых, рекламодатель может выбрать или активное окно, или неактивное окно. И в любом случае участник, который смотрит рекламу, переходит на сайт рекламодателя. То есть не просто серфинг, а переходы на сайты, живые переходы на сайты. Это очень важно. Что у нас сейчас было? У нас сегодня были тесты, последние тесты нашей рекламной площадки. И вот наши участники, те, кто вошли в группу тестирования, заметили, что видно белые окна, то есть не видно сайта. Это не зависит от серфинга, это на многих сайтах так. Это зависит от того, что на сайте, который вы хотите рекламировать, есть специальный код, который запрещает сайт ставить в серфинг. То есть он блокирует свой внешний вид. Но это не играет никакой роли на данный момент, потому что после просмотра даже белого листа идет переход на рекламируемый сайт. То есть даже если участник вначале будет видеть белый лист, потом он перейдет на рекламируемый сайт и сможет зарегистрироваться, если захочет, по вашей реферальной ссылке. Далее,
У нас также есть баннерная реклама, маленькие баннеры, то есть 100 на 100 и 125 на 125. Это чистый показ баннеров, поэтому попадают баннеры в ротаторы, и там зависит от того, сколько дней баннер у вас там будет находиться. Что еще у нас? Выбор между активным и неактивным окном просмотра, а также можно увеличить количество секунд в просмотре. То есть минимальное количество, насколько я помню, было 20 секунд, 20 или 10. И каждый раз можно будет увеличивать. Если вы хотите, чтобы участники посмотрели больше вас, дольше вашу страничку, вы ставите на больше. И что самое важное, сейчас опять-таки вернусь к тому, что закрыли автовыплаты. Почему закрыли? Потому что когда подключаем большой модуль, там подключается новый кошелек. Для того, чтобы не было неразберихи, сейчас функцию автовыплат отключили и будут только ручные выплаты. То есть это не так страшно. До 11.11, до 9 часов утра, надеемся, что уже это все обкатается, и мы включим автовыплаты, и все пойдет своим чередом дальше. Выплаты по кредитам, которые заработают на сайте, на просмотре рекламы, будет очень маленький. То есть это не 50 рублей, как у нас было. Кредиты отдельно можно вывести, 5 рублей уже можно вывести будет к себе на кошелек Payeer. То есть это совсем отдельный кошелечек будет, совсем отдельная история. Вы это все увидите у себя на сайте, у себя в кабинете. И по работе нашей маленькой рекламной площадочки мы будем еще проводить обзор кабинета, и непосредственно будет, как все работает, и как все ставить, и как там зарабатывать. Как уже сказала, рефералка трехуровневая, поэтому выгодно приглашать даже тех, кто не будет вкладываться в наши программы. Выгодно приглашать тех, кто не умеет строить сеть, а просто хочет спокойно, тихонечко себе заработать на кликалках. Еще раз упомяну, что поток у нас первый сайт, что это начало нашей работы, и что база, которую вы сейчас соберете, она переходит с вами везде, то есть она будет фигурировать во всех наших программах. Следующая наша большая программа будет, там будет намного больше функций для рекламы ваших проектов, для автоматизации работы на ваших проектах. Ну и понятное дело, что на потоке сейчас уже тоже со следующей недели будет подключен еще один курс. То есть это будут инструменты, которые вам помогут автоматизировать вашу работу. В четверг будет проведена последний курс по тому, что у нас уже было, по рассылке Google, рассылка без спама. На этом этот курс заканчивается, и следующий курс у нас по тому, как автоматизировать свой бизнес, как проще находить партнеров, как сделать так, чтобы партнеры сами к вам стучали, что им нужно преподнести и так далее. И следующий большой будет курс, это уже будет с подключением Алексея Титова. Это курсы у него будут пассивный доход в интернете, то есть как можно без приглашений или без вложений заработать в интернете, причем немалые деньги. Ну, по обновлениям пока что все. Я сегодня не буду рассказывать маркетинг по той простой причине, что еще очень много нужно нам сделать, то есть доделать, переделать, немножко изменится внутри сайта, но от этого ваши заработки не изменятся. То есть как получали по программам, это ничего не меняется, также и остается, только добавляется возможность еще больших заработков. Остальное все без изменений. То, что у вас есть, можете приглашать, можете развивать, получаете партнерскую программу, получаете и прямые реферальные, и по партнерской циклической программе, плюс добавляется еще трехуровневая партнерка. То есть дальше у вас будет все больше и больше партнерской, все больше и больше возможностей заработать. То есть в каждой нашей программе у нас будет хорошая партнерская программа, и в каждой нашей программе будет возможность еще заработать или что-то продать, или что-то преподнести так, чтобы вы постоянно получали у нас доход. Это был краткий обзор наших новостей. Видео я выложу на нашем канале YouTube. Можно будет еще раз просмотреть или дать своим рефералам. И еще одна большая просьба. Кто у нас в чате Skype? Там, где началась реклама, пожалуйста, перейдите в основной чат Skype. Там он модерируемый и меньше будет спамильщиков. То есть там можно будет их просто удалять. Ссылочку чат переназвали чат номер 2.
Пожалуйста, по ссылочке кликните и перейдите в наш основной чат, чтобы вы были в курсе событий. Благодарю за то, что вы пришли. Всего хорошего. До четверга.